Shazam. Всем привет! У нас новогодний выпуск и новая рубрика «Быстрые обзоры». Сегодня мы рассмотрим два шейвера Andes. Изначально их три варианта. Самый первый вариант, который был у них, мы покажем на экране. Сегодня мы рассмотрим модель TS1, TS2, в чем отличие, чем похожи. Итак, поехали! Итак, что входит в комплектацию? Сам шейвер, блок питания, вилки питания 5 штук, сопроводительная документация, щеточка для чистки, защитный колпачок и TS2 оснащен также базой. Итак, мы распаковали два шейвера. Давайте рассмотрим их технические характеристики. Две модели оснащены мощным и тихим роторным двигателем. Модель TS1, модель TS2. У них одинаковый аккумулятор, литий-ион. Тип питания комбинированный, аккумулятор плюс сеть. Кстати, разъем для питания находится в разных местах. У TS2 по центру, у TS1 немножечко смещен. Это важно, потому что TS2 дополнительно оснащен базой. И если вы являетесь счастливым обладателем двух шейверов, к сожалению, TS1 вы не сможете также поставить. Время работы до 80 минут. Как показывает опыт барберов, это 60 минут беспрерывной работы. Кстати, ориентируйтесь на индикатор зарядки. Индикатор зарядки, как кнопка включения, у них находится в одном и том же месте. По поводу веса. Шейвер достаточно легкий, в руке также лежит одинаково. Вес шейвера составляет до 140 грамм. Шейвер – это американский бренд, и сборка этих моделей осуществляется в Китае, что можно прочитать сзади на корпусе. Ширина рабочей поверхности шейвера составляет 46 мм. Также у них одинаковые гипоаллергеновые золотые сеточки, которые необходимы для бритья без раздражения. По поводу того, как снимаются эти сеточки. Они снимаются абсолютно одинаково. Кнопочки для снятия находятся сбоку. Давайте снимем, посмотрим. Одна. Вторая. Что мы видим? Одинаковые две отдельно бритвенные головки. Частота строк также одинаковая, до 9000 оборотов в минуту. Так, пока я одеваюсь... кстати, я хотела еще уточнить, что у них взаимозаменяемые эти сеточки. Если вы хотите посмотреть. Вот таким образом они одеваются. Итак, ребята, напишите в комментариях, какая модель шейвера вам больше нравится. В золотом исполнении, либо уже в таком серо-черном. По поводу технических характеристик, как вы поняли, они абсолютно одинаковые. Немножечко отличается комплектация. А так, в руке одинаковые. По ощущениям, пишите, ставьте лайки. Скажите, как вам такой вид обзоров, быстрый обзор? Нравится, нет? Всех с наступающим, подписывайтесь. Ждем вас на канале. We'll be right back.